На 27 депутатских мандатов претендовали 102 кандидата. Анапчане сделали свой выбор и своим голосованием сформировали состав Совета. Итак, в новый депутатский корпус третьего созыва вошли 21 представитель партии «Единая Россия», 1 «Справедливо рос» и 5 самовыдвиженцев. Вместе с тем обновился анапский парламент лишь отчасти. 16 избранных 13 сентября депутатов из прошлого второго созыва. Новых имен в местном совете 11. На свою первую рабочую сессию депутаты третьего созыва соберутся в последних числах сентября. Скорее всего, посвящена она будет организационным вопросам, выбору спикера и секретаря, а также формированию состава комиссий.